Ребят, ну, в общем-то, на этом программа нашего сегодняшнего показа для вас подошла к концу. Очень надеюсь, что темы, как бы, которые обсуждались сегодня в этих фильмах, ну, опять-таки, как я говорил в начале, были вами восприняты правильно, ну и там хотя бы немножечко смогли понять, как бы, как жили дети в то далекое, как бы, нелегкое время, так или иначе. Эта тема коснулась каждой семьи. Я уверен, что если вы поговорите на эту тему сегодня вечером с родителями, то родители вам сами смогут много чего рассказать про ваших дедушек, бабушек, прадедушек. Друзья, наш фестиваль продолжается. У нас показы будут в том числе завтра, послезавтра. Ждем вас в субботу на показе замечательного фильма «Честная пионерская». Приходите с родителями. Заявку на билет можно оставить просто по телефону 225-300. Ну и, в общем-то, к педагогам обратитесь, по тому же самому пути они вам подскажут. А этот показ до конца этой недели у нас будет абсолютно бесплатным. Все, друзья, спасибо большое. Приглашаю вас в Дурдом.